часто говорим, что победа в Великой Отечественной войне – это общенародный подвиг. И что мы обязаны жизнью всему советскому народу, что называется, от мала до велика. Огромную роль в достижении Великой Победы играли совсем юные солдаты той страшной войны. Сегодня очень сложно представить детей, которые с оружием в руках, не щадя себя, наравне со взрослыми воевали на самых опасных участках фронта или шли в разведку в тыл кровожадного врага, ежедневно совершая настоящие подвиги. Все сегодняшние поколения людей на всей планете обязаны жизнью, в том числе и советским детям, отдавшим свою, только начавшуюся жизнь для того, чтобы жили другие. И наш святой долг – помнить о них. И вот сегодня в 608-й школе Кировского района Санкт-Петербурга руками учителей и школьников создан музей легендарной 15-летней девочки Зины Портновой. Идея возникла 2 года назад о создании музея, поскольку мы находимся на территории Кировского района. И в нашем районе улица Зины Портновой. Несколько пионеров-героев школьников имеют свои представленные музеи, а вот Зина Портнова незаслуженно почему-то нет. Все материалы, которые видите в музее, это все то, что предоставила нам сестра Зины Портновой, Галина Мартыновна. Леонид Сергеевич познакомил нас с прекрасной женщиной. Это Галина Мартыновна. Она, ну, очень хороший человек. Мы с ней знакомы. Мы ездили к ней домой, ну, знакомиться поподробнее. И получали от нее материалы. Это память. Память о войне, память о тех людях, которые воевали. Вот. И это останется на века. Как уже сказали создатели музея, им очень помогала сестра Зины, Галина, которая передала музею множество подлинных документов, связанных с жизнью и героической смертью Зинаиды. В 41-м году нас с Зиночкой отправили отдыхать в Белоруссию. И вот проходит один день блокады. Проходит второй день блокады, третий день блокады. Представляете, да? И ничего, родители не знают, где мы, живы ли мы, что с нами. И вдруг получают треугольное письмо, такой треугольничек, с полевой почты, где написано: «Дорогие папочка и мамочка, мы с Галкой живы, находимся в партизанском отряде и вместе с вами бьем немецко-фашистских захватчиков». Сестричка заменила мне мать. Вот представьте, когда вам 8-10 лет, и у вас нет родителей. Представляете, да, что это такое? А Зина научила меня, я вам говорила, читать и писать. Зина Портнова, юная девочка, волею судьбы оказавшаяся на территории оккупированной безжалостным врагом. Отсидеться, переждать – нет. Она идет в партизанский отряд, там формируется подпольная организация «Юные мстители», которая состоит из комсомольцев, хотя Зина на тот момент была еще пионеркой. Этим ребятам приходится выполнять самые опасные задания, ведь они, как настоящие разведчики, выполняли задачи в захваченных врагом городах, делая вид, будто они верные подмастерья фрицев. Вот так и Зина была поваром в одной из немецких частей, и в один прекрасный день вдруг более 100 фрицев умерли, поев портновского супчика. Тогда Зине чудом удалось отвести от себя подозрения. Юные мстители несли огромный урон врагу, собирая информацию, нужную партизанам, ведя диверсионную работу, уничтожая врага прямо в его логове. Но случилось предательство. Зину арестовали. На одном из допросов она изловчилась схватить пистолет гестаповца и убила 3 фрицев. Вскоре после ужасных пыток Зинаиду расстреляли. Вот такой, по возрасту девчонки, а по духу настоящему герою в 608-й школе открыли музей. Зина Портнова, герой, пионер, училась вот рядом, в Здравствуйте, колледж, вот он, рядом, рукой достать. Это все наша живая история. И 20 лет не было музея. Когда речь зашла, когда я был избран депутатом, у нас Галина Мартыновна зашла на эту речь, она говорит: я буду выбирать, я не просто так. И не в любом месте я сделаю музей своей сестры. И она выбрала вашу школу. Ребят, вы должны гордиться. Андрей Васильев не понаслышке знает, насколько существенен вклад в общую великую победу юных защитников Родины и на фронте, и в тылу. Было 12 лет моему отцу. Многим вас, здесь сидящим, вы гораздо старше. Он отвел его на Кировский завод, поставил в цех токарем. Ящичек подставляли, чтобы точить болванки. 12 часов точишь, койка тут же рядом со станком стоит. И поэтому он выжил, потому что пайка хлеба для иждивенцев и интеллигентов была 125 граммов,
хлеба, если это можно назвать так. А для рабочих 250, в два раза больше. И он в октябре зашел в цех, и только в мае вышел из цеха. И поэтому остался жив. Сейчас сложно представить, но совсем юные дети во время войны по 12 часов стояли у станков для того, чтобы на фронте хватало снарядов бить фашистов. И чтобы этого ничего не забыть, нам и нужен такой музей. А еще Андрей Васильев предложил детям 608 школы через год, в канун следующей годовщины Великой Победы, съездить в Белоруссию на места боевой славы Зины Портновой. Для этого он организует автобус, и лучшие ученики школы смогут побывать в тех местах, где юная девочка отдала жизнь за свою.